машина. Нет, корова. Корова свежая? Да. Вот я не знаю, Серег, а? Вот на сколько тебе хватит? Ну, 800 хватит, нет? Продать или купить автомобиль. Ну, давай, 700. Второй? Все риски выберете на себя. Второй. На продажу машины? Да? Да. Юридическая чистота сделки. Звоните 5-7-2. Автоград. Только проверенные автомобили. Сколько стоит тогда с такого года? О, не знаю. Я даже не знаю, какого она года. Сколько? Трехлетняя? С 17-го года, наверное. Неубиваемые коровы. Коровы, да. Коровы. Крепкая машина. Оптимальные соотношения цены и качества. Ну, если по Орле проедет, год полтора нормально будет. В Орле вообще дорог нет. В нем можно ноги сломать даже ходить. Новая возможность привести себя в форму. Zeta Sport Fitness стал еще доступнее. Начни сегодня. Годовая карта в рассрочку. Только выгодные условия. Только Zeta Sport. Будь с нами. Будь лучше. Рассрочку представляет. Красава, не ожидал, что справишься. Карик, ты ебанутый, что ли?
Добрый день, начальник. Как дела, брат? Че без настроения? Кто тебя обидел-то? Ни хрена себе. Че, перепутали, что ли? Попутали или перепутали? Самджан, рад, знаешь, что мне надо? Номер Кулясова. У тебя есть там? Можешь отправить. Че у тебя с настроением? Мне не нравится вообще. Бля, вот просто так нету, да? Это не идет тебе. Давай, брат, спасибо. Директор Блаблакар, спасите жизнь, оставайтесь дома, дорогие друзья. Последние несколько недель для многих из нас стали сложнее и непредсказуемыми по всему миру, в том числе и России. Мы столкнулись с распространением коронавируса. Такие, бля, вот тупость несут. Какой вирус. Все паникуют с этим коронавирусом. Я не верю. Это просто политика. На самом деле так и есть. А кто-то еще зарабатывает на этом? Ну, Китай придумал эту херню, инвесторов всех вернул. За копейки вернул все акции. И все видели, что Китай мафия в чем? И сразу себе хотели это все делать, у себя. Вот на самом деле, если так смотреть, если не было этого вируса, мы стояли на пороге Третьей мировой уже. Чуть-чуть осталось, чтобы вот эта война началась. А может этот, наоборот, коронавирус Третьей мировой подтолкнет? А мне кажется, наоборот, угомонит народ.
все из Китая, даже смерть с Китая пришла. У нас в Самаре 30 сантиметров снега лежит за 4 дня опирать. До сих пор идет снег. И в Нижнем Новгороде то же самое. Вчера фотографии показывали. Снегопад выпал. Может, специально сделали, чтобы вирус остановить? Он вроде жару не переносит. Вирус? Нет. А мороз он так себе гуляет? Мороз не знаю. Но жару он точно не переносит. Немцы не могли выдержать это, русский мороз. Как, какой вирус может выдержать? Немцы, французы. Да. Все не выдерживали. И при французской тоже помог зима. Помогла зима. Показывает, сколько там до места? Да. А что-то у меня это интернет никак не поймает. 38 километров до поворота. О, интернет пошел. Thank you.
Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Впереди камера. Ограничение 90. Thank you.
нет, дальше 8 километров. Да, дальше, да. Это будет запрос. Да, дальше. Еще 8 километров. Угу. Вам перед заправкой или проехать? Ну, там как удобно. Через 1 500 метров съезд. Поверните направо.
Впереди пост ДПС. Ограничение 90. Всего огромное спасибо. Всего доброго вам. Счастливо, там, да? Же, там же вещи, да, у вас?
Да, 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 Татьяна, вы как? Успели уже добраться? Ага. Да, да, да. А вы на этом, на заправке стоите или перед ней как? На заправке. Я понял. Хорошо, хорошо. Я скоро буду, проехал поворот на Сухинича. Алло. Я вам денежки забыл, а я в Сбербанк кинул. Да, 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 я тоже уже уехал и вспомнил. Вот к этому номеру телефона привязано. Валентин Александрович М. Да. О, а я и не помню. У вас приложение не показывает? Да, хорошо, спасибо. Thank you.
места, не знаешь, куда сесть. Да, двумя машинами едем. Понятно. Вы на работу? Нет, я уже с работы. Как? Откуда вы с работы едете? Ну, ты из Брянска. Из Брянска? Вы в Брянске, да, работаете? Нет, я машину перегоняю из Брянска. А, из Брянска машину перегоняете? Да. Это ваша работа? Да. Ага, одна из. А, одна из? Понятно. Я не посмотрела номера. У вас какие? Брянские, московские? Не, московские. Московские? Да, да. Понятно. А живете где? В Москве. В Москве, понятно. Да, я в 4 утра выехал из Москвы. Угу. Забрали вон ту машину. А-а-а. И едем назад, да? Покупатели, да? Нет, в компании. Алло. Нет, пока не было. Ну, еще гляну, здесь интернет просто плохой. Да, хорошо, хорошо, спасибо. Я... Хорошо, хорошо, договорились. Ага, да, кстати. Четыре из Москвы, это вы сколько уже здесь там? В 9:30 я был в Брянске. В 9:22. Понятно. Забрали уже. А там что, в Брянске машины приезжают или как? Не-не-не, там, ну, там сотрудник клиента находился. И сотрудник уволился. Машину в компанию. Да. А вам куда в Москве? Ну, вообще, мне, конечно, желательно было бы на зеленую ветку, на серую, все равно. А вам куда на зеленую? А зеленая Каховская там. Каховская сейчас перекрыта. Ну да, я же знаю, что с Каширки там автобус ходит. А вам куда вообще? До Каховского метро. До Каховки, да? Да. Я просто, знаете, как поеду? Вот да. Меня навигатор ведет. Я еду в... А, так, уже через МКАД. Я просто живу на Борисских прудах. А, ну там же метро. Могу там Домодедовская. Да, Латинская. Да. Какая? Мне все равно, да, какая, да. Можно там будет. Да, вот, можно и там выйти. Если по МКАДу поедете, мне все равно. Ну, он еще перестроит, конечно, маршрут. На Каширке. Вы же мимо Каширки, если едете через город-то, да? Ну, я в том-то и дело, что я через город не еду. А как вы ездите? Если по Ленинскому, вы писали, если по Ленинскому поедете. Как? Да вот он перестраивает сейчас маршрут. Я посмотрю, как он поведет ближе, да, подъезжая. Поэтому я искала, что вот Домодедовская, вот смотрю, Борисовские, Южная Пражская, но они не отвечали, вы первые ответили среди всех, а я с 10 там забронировала вообще, и он мне только в 6 часов пишет, да, смогу забрать, извините, говорю, я уже с другим договорилась, на Южную как раз, думаю, как раз и дома рядом, ну вот, так получается, пришлось так, снимать. А вот Южная, это серая, да, серая, так вот он сейчас и ведет через Варшаву. Вот, а мне все равно хоть на Варшаву, хоть на Южную, хоть на Пражское где-нибудь. А, там, подъезжая ближе, да, посмотрим по обстановке. Да, да. Потому что я не хочу, ну, еще многие едут Тропарёва, Румянцево. Это же мне, сами знаете, через весь город. Да, да, через центр. Через центр ехать. Потом хочется. Там эти еще не построили МЦК, МЦД, как они там. Нет, еще пока. Собянина. Балуются. Ну, скоро может вообще будет напрямую. Сейчас же, когда? В 22-м году должны открыть наше вот это вот все кольцо, там, Каховскую, Варшавскую, ага, соединить с Новаторами и там Ленинский проспект, все вот это должно соединить. В 22-м, да? В конце, по-моему, 22-го года, да, было написано. Зюзино метро построить, откроется Зюзино метро. У нас там тоже рядом. А там скоро под Москвой одно метро будет. Да, и так уже, наверное, до Калуги скоро метро будет. Ну, вообще, говорю, так здорово, до Калуги на метро доедем, отсюда на автобус или на чём-то, на электричке, на деревню доедем. Вот хочется, чтобы поближе, как говорится, к дому. А вы из Калуги, да? Нет, в Москве живу, я уже на пенсии, здесь муж теперь живет, деревню, дом купили 15 лет назад уже. Вот построили дом, он живет теперь на пенсии здесь, и я мотаюсь туда-сюда. На пенсии. Хотелось бы, конечно, поработать еще годик, но вот так получилось, что не пришлось поработать, пришлось сидеть на пенсии. Ну и здесь, как говорится, он коз завел, фур завел, кошки, собака, поэтому тут хозяйство такое у него большое. Да, и не бросишь, не уедешь, нет, обратно он, в Москву. Нет, он и так работал, в Москве тоже работал последние года раз в месяц. Ну, в ЧОПе работал. Uh-huh. По телефону все вопросы мог решать.
один раз в неделю, иногда там раз в месяц приезжал уже на работу, и то, чтобы у него здесь хозяйство, как он его бросит. Ну, да. Ну и все, теперь тоже на пенсии сидит. Ну, я езжу. Как говорится, сейчас весна, лето. Поэтому приходится. В Москве дочь тоже, как говорится, одна, как говорится, тоже ее не бросишь. И скучно одной. Не замужем еще? Не, не замужем, пока детей нет, не замужем. Сейчас с этим, с коронавирусом, у них отпуск только начался. И тут этот коронавирус, этот чертов. А у них путевки в Индию были. Ну хорошо, Индия отменила официально, 13-го закрыла границы, а у них 13-го числа. У них некоторые вообще 13 потеряли. 13 марта, да? Да. Некоторые у них вообще потеряли. Потому что и на работе приступ начался такой ужасный. Хотя еще Индия вообще даже ее не затрагивали никаким боком. Где еще раньше там 6-го путевки были, не уехали и потеряли деньги. А им-то хотя бы турфирма уже вернет, официально сказали вернут деньги. Это вообще кошмар, конечно. Потому что не по их вине, да, границы закрыли? Да, это не по их уже вине. А там с работы не, прессинг был, люди не поехали. Деньги потеряли. И работа им, естественно, это не собирается возвращать. Это вообще кошмар. Люди копят целый год, чтобы поехать куда-то. Ну вот у них так повезло, они уехали в Сочи. Думают, ну что делать, поехали в Сочи хотя бы. Вот с девчонками в Сочи. У нас в сентябре так с ребенком было. В Турцию купили.